Еще, Андрей. Валютка припала немножко. В дорогих магазинах станет все чуть-чуть дешевле. Музыка даже, да? Даже музыка даже. Скажи, прижук. Надо писать в дорогие магазины, в инстанции надо писать, чтобы с витрин дорогую все убирали. Нет, подписка будет проста. Напишут следующее. Мы купили это все тогда задорого. Даже? Будем продавать до последнего. Кстати, каналу ровно год, ребята, ровно год каналу. Год назад сахар был лучше. Вот сейчас сахар вообще сыпешь, вот вообще. Просто вот как вот он, на внешний вид. Да и в граммах, по-моему, уже не тот, не та фасовка, да? Что за год? За год было все. Вертолеты, иконы, Панамеры. Поездки. Электромобили, да. Паузы. Паузы, да. Менопаузы у кого-то были по ту сторону экрана. Плохо ранжируйте, господа. Мало подписчиков. Миллиона так и нету. Нам нужен миллион. Золотой миллион. Золотой стандарт. Да. Чего не хватает? Чего не хватает? Да всего хватает. На самом деле очень узкая аудитория у нас. Очень узкая аудитория. Избранных клуб, элитный клуб. Он не может быть массовкой. Но двери всегда открыты. Да. Тут по всем каналам красной нитью прошла новость несколько дней назад. По сей день говорят об этом. Да, тут Андрюху в прокуратуру вызывали. Мне такого человека. Такого Следственный комитет. Следственный комитет вызывали. Следственный комитет, да, вызывали. Кто из подписчиков протянул руку? Кто помог советом, деньгами? Кто продонатил на адвоката? Никто. Кто на PayPal деньги перечислил, блядь? Никто. Все разрешилось. Мирно, благополучно. Даже? Конечно. Смысл такой, что всегда нужен документ. Да, да, всегда. Был, всегда. Храните все документы. Не выбрасывайте никогда. Оно всегда пригодится. Да, да. Отдельно где-нибудь складируйте на балконе или, допустим, на этом самом, как сказать, на антресоли. Да и вообще фирмы есть такие, которые хранят всю, да, эту бухгалтерию. Да, сейчас все можно хранить. Колеса можно отдавать, хранить на зиму, летние на зиму. Шубы. Шубохранилище. Летом. Да, да, кстати, шубохранилище. Все для вас, господа. У нас это плавает, как у всех. Кто-то отписался, кто-то подписался. Я забил, почему иногда вот. Как, чтобы больше подписчиков, а как, чтобы меньше отписывались. И один человек сидит на диване, там замшелые старые обои, понимаешь, под аналитику косил еще советских времен. Он говорит, а что делать, если говорит, подписчики отписываются? И прямо так в камеру, да пошли бы вы нахуй, отписывайтесь. Вы же зачем-то подписались под этим, понимаешь? Вы же зачем-то подписались, если вам не нравится, пошли вы нахуй. И прям, ты знаешь, народ прямо это лайкает активно, за прямоту. Ну, мы, конечно, никого никогда не посылаем. Наоборот, зовем. Да. Андрюха на вертолете у нас полетал, Робинсон, кстати. Да. И вышел сухим из воды. Да. Как впечатление, Андрей? Двухлопастной вертолет. Ну, ты знаешь... Микрофон желательно, Андрюш. Перед тем, как сесть, конечно, внутри что-то как-то перевернулось. Я на Ми-8-то летал. Ничего не переворачивалось. Советское железо, там все основательно. Было как-то внутри вот какое-то такое, знаешь, остановочное такое вот чувство, что не надо лететь. Да? Тут статистика, видишь, каждый месяц падают в России, они падают и падают. Да. С очень богатым человеком летал, ребят, очень богатым человеком. Ты понимаешь, что не суть, какая это ситуация. Вот с учетом этой статистики и вот это то, что мы видим, по телевизору показывают. С учетом этого говна, я бы даже сказал. Ну да. Ты знаешь, я просто не знаю, как их вообще продают у нас. Почему их покупают? По такому случаю вообще нужно в аннотации писать, что нет для продажи в России и странах СНГ. Понимаешь? Да. Но этого не делают, и они падают. То есть предназначение этих вертолетов, это я вижу, это как бы Ницца, Барселона, просто по городу летать, вот так передвигаться около, в окрестностях, понимаешь? Вот, как бы что-то такое, я не знаю. А у нас условий нет. Какие у нас условия? Топлива нет достойного. Да. Погоды нет. Да, у нас среднегодовая температура, она непригодна для жизни в нашей стране вообще, с точки зрения жизни.
и Робинсоны попадают сюда. Сибирь вообще уже многих посмотрел и сказали, что это вообще проект изначально. Что сюда заманивали людей длинным рублем, квартирами, всем вот этим. Теперь просто смотрят, как это все дальше. Нет? Возможно, что дальше будет. Войны с Китаем не будет? Ну, пока нет. Ну, Китай же, ты же сам понимаешь. Какой нам друг? Они боятся? Нет, друг. Понимаешь, они пока на, как тебе сказать, на одной территории все сидят, на маленькой. Там все можно контролировать. Когда какой-нибудь полководец выйдет сюда, на Иркутск, он скажет, блядь, это мне и так хорошо, понимаешь? Скажет, я вообще никому подчиняться не буду. Пока банки, как бы, пауки в банке. Вступайте в элитный клуб.